Было подозрение о том, что работает подразделение радиоэлектронной борьбы. Ну и главная задача у нас была достать этот беспилотный летательный аппарат. Мы выдвинулись вместе с смежным подразделением, попали под обстрел. То есть это была либо засада, либо оборудование позиций. Но так получилось, когда мы приблизились, по нам, по БТРу попал снаряд РПГ, эффективно-ручного гранатомета противотанкового. И повезло, получается, нам то, что была открыта крышка люка над десантным отсеком. Попал в люк один из бойцов, который находился контужен. У него каска раскололась, ну, получается, от остатки кумулятивной струи. И Александра этой же струей, получается, там мелкие осколки, они вышли ему сзади, в спину. А почему не остались в госпитале? Я уже говорил, уже история там. Скучно, говорит мне. Во-первых, заберите меня, а мы пришли, захватили госпиталь, забрали. Я заходил со своим подразделением, я с ним выйду. Это раз. Во-вторых, отношение медперсонала, когда ты видишь, к тебе относится не то, что там недружелюбно, ты там не welcome, просто-напросто. Тебя там не хотят видеть. Я находился только благодаря волонтерам. Все поставлено, хотел бы рассказать о волонтерской службе, которая находится в городе Артемовск. Это люди, это проукраинские активисты, они собрались по интернету, маленькую группу людей, и они помогают нашим раненым солдатам. Без этой группы наших солдат бы даже, мне кажется, не пускали на порог больницы. Вот. Они нас кормят, больница официально нас не кормит, раненые солдаты не находятся на довольствии больницы. Они утром, перед тем, как найти на работу, они бегут, они готовят какую-то еду, приносят, стирают, смотрят, помогают солдатам. И ты действительно чувствуешь помощь и поддержку этих людей. И за это низкий поклон. И спасибо вам за то, что вы есть такие люди. Хотя их очень-очень мало. И их фотографии уже в каких-то там расстрельных списках. ЛНР, ДНР. Это чушь, конечно. То, что вот эта псевдореспублика и надуманные люди себе придумывают. Но все равно им страшно. Ну, это один из элементов террора. Террора. То есть власть, которая поддерживается вот этими псевдореспубликами, она основана исключительно на терроре. А касательно волонтеров, могу сказать, что все, что на нас одето, все, что мы едим, все вообще, что нас окружает, это только благодаря сознательным гражданам Украины, которые помогают армии. Армия нам дала только оружие и патроны. Нету твоего красивого автомата, мы бы показали. Да. Там даже по пол автомата даже не принадлежит армии. Да, просто тяжелый, мне трудно с ранением. Отдельно хотелось бы сказать армию СОС спасибо. Я не знаю, покажете вы это или нет. Это Юрий Касьянов, армия СОС. Он делает огромнейшую работу для нашей армии. Он мечется по передовой. Именно по передовой. Я говорю, если только вы передадите для армии, оно утонет. Передавайте на конкретное подразделение. Пускай приходит посылка, написано разведка 1-го батальона, ДОК, мой номер телефона, там все заехало, всем все. Огромных коробок. И все, мы очень благодарны. Мы все знаем, что у нас есть, оно всегда будет с нами. Когда оно попадает на батальон, это как это бездна. Это утонуло, да? Непонятно. Оно сразу, мне кажется, ну мы не знаем, не буду спекулировать, но оно просто пропадает куда-то. Поэтому если люди хотят сделать какую-то конкретную помощь, пускай они делают это. Ну ни для кого не тайна, что гуманитарная помощь воруется, продается на рынках, она не доезжает. Не доезжает. Гуманитарная помощь для армии или для гражданских? Для армии. Для армии. Для гражданских. Мы знаем, кто ворует. То же самое, все идут в исполком, потому что исполком — это власть. Ну, пока это власть тут. Как бы все идут и просят.
помощи, а они тоже ограничены финансово, другими. Мы, например, были свидетелями, когда одно из воинских подразделений привезло гуманитарную там помощь, я вам скажу, это просто армейские сухпайки. И получается, знаете, кто сильный, тот взял. А тот, кто слабее, кто не может прийти там, к этому месту, он этого не получит. Поэтому с нашей стороны мы просто все, что у нас было излишки, там, мы собрали даже ту же самую одежду. Мы отвезли в исполком, мы хоть как-то помогаем. Я знаю, что ради этого я приехал сюда, чтобы помочь кому-то, хоть немножко изменить жизнь и спасти жизнь. Не забрать, не воевать, не разрушать, просто чтобы помочь.